Я хочу просто несколько слов сказать, что это второй, а первый фестиваль проходил 2 года тому назад. Год как раз 20-летие был оркестра, он проходил на сцене культурного центра «Дом» в течение 4 дней. Первый фестиваль прошел в большом успехе. И вот теперь второй фестиваль. Ну и по традиции наши фестивали открывают молодые талантливые музыканты, которые играют в стилистике импро джаза. Сегодня этот фестиваль будет открывать ансамбль Open Trio. Это в составе Анатолий Осипов, Алексей Наджаров и Петр Талалай. Музыкантов я прошу. Приглашаю на сцену.
Берем пожелание. Московских композиторов, то, что здесь играется только авторская музыка. Поэтому вот все, что сегодня, вот сейчас послушали, это вот авторская музыка Анатолия Осипова и Алексея Каджава. Следующее, я приглашаю на сцену нашего специального гостя, которого руководитель оркестра московских композиторов привез из Лондона. Это пианист, композитор, продюсер, основатель лейбла ASC Records, Стив Плюс. В трио Стива Плюза сегодня будут участвовать наши музыканты. Это Петр Ившин и Денис Шусков. Ну, пока музыканты устраиваются, я хочу несколько слов сказать о нашем госте. Стив Плюс приехал в Москву с интересным проектом. И особенно это для вот это объявление делают для музыкантов, которые присутствуют в зале. Значит, Стив Плюс совместно с Владимиром Мерлером решили продвигать музыку композиторов России на рынок Англии и Западной Европы. Вот завтра будет пресс-конференция, завтра наш фестиваль откроется пресс-конференция Стива Плюза, который подробно расскажет о том, как это они себе представляют, это осуществить этот проект. А сейчас, пожалуйста, Стив Плюс. Петр Ившин и Денис Шушков. Есть небольшая заметка, потому что меняется на ударной установке железо. И я хочу сказать вам, что следующее выступление будет интересный проект, который задумал Алексей Круглов совместно с Владимиром Миллером. Они решили, вернее, инициатором этого был Алексей Бругуков, он решил, что вот совместно с Владимиром Миллером и солистами оркестра московских композиторов, они, круглый бенд, сыграет, исполнит, вернее, произведение Владимира Миллера. И вот к сегодняшнему дню будет следующий выступление. Ну тогда я дальше продолжу. Музыканты готовы? Почти.
Хорошо, все. Я потом. Ну и будут звучать произведения Стива Клюза, естественно.
Thank you very much. I am from Manchester. I'm sure you do not understand what I'm saying, but hi. I'm really grateful to Dennis and Peter for such fantastic musicianship. I'm trying to keep up with them. That was a tune called A Step Too Far, which I wrote especially to come over here, invited by my friend Vladimir. We're going to do a ballad now called Corinthians, and it's the spirit of love.
with one tune. It is called A Mushroom for Drura. And thank you very much, Drura, for helping me. Thank you, Dennis. Thank you, Peter. Сейчас вот на сцену выйдут музыканты круглого бэнда. И вот я вам начал говорить об этом проекте.
которые осуществили два лидера двух оркестров. Это Алексей Круглов, Круглого бэнда, и Владимир Миллер, оркестр московских композиторов. Фактически, вот этот уникальный диск, вот я могу сказать, что здесь, на этом диске, фактически звучит сводный оркестр музыкантов, импровизаторов, импровизационной музыки. И я хочу, я получил вот на отзыв на этот диск от Дмитрия Ухова, и я хочу зачитать просто один абзац, вот такую цитату, которую он высказал. Это очень точно говорит о том, что, ну, значит, что какой проект был осуществлен. Значит, видимо, в новом качестве переходит поиски решения труднейшей творческой и практической задачи объединения музыкантов фри-джаза, принципиально придерживающих свободной импровизации в коллективной форме. Вот Дмитрий Ухов совершенно точно определил вот смысл этого музыкального проекта. А сейчас, пока музыканты здесь устраиваются, я могу только дальше прокомментировать, что вот Стив Плюс, который вот здесь вот только что исполнял свои произведения, значит, он приехал, вот я уже начал об этом говорить, приехал с проектом продвижения музыки российских композиторов, притом не только джаза, а в принципе все, и классика, и народная музыка. Значит, просто вот музыки российских композиторов на рынок Англии и Западной Европы. Пока музыканты устраиваются на сцене, я хочу еще проанонсировать завтрашний день фестиваля. У нас запланировано, ну, как я вам говорил, что вначале будет пресс-конференция Стива Плюза для музыкантов Москвы, московских музыкантов, у тех, которых имеются авторские релизы. А дальше она у нас в программе это будет выступление, ну или как вот обычно у нас на фестивале принято, это значит открытие второго дня будет выступление Московского символического оркестра. Молодые музыканты тоже, ну, будут представлять свои авторскую музыку. Дальше у нас выступит уже сцена перейдет солистом оркестра московских композиторов. Выступит два дуэта и одно трио. Очень интересные проекты. И завершится выступлением оркестра московских композиторов со специальным гостем Алиной Ростовской.
певицей, композитором и вообще интересным музыкантом. Дорогие друзья, наконец-то мы вышли на сцену, приготовились и готовы выступать. Вот этот диск, который я держу в руках, как раз-таки был издан на английской фирме, которую представляет Стив Плюс. Это совместный диск его компании, который издан в Англии в электронном виде. И, соответственно, в Москве лейбл Art Service издал его на физических носителях. Вот, собственно, первая наша такая ласточка, которая родилась путем сотрудничества с лейблом Стива. Так что, на самом деле, сегодня такой достаточно весьма символичный вечер, когда встречаются не только разные поколения импровизаторов на одной сцене, но и встречаются еще и разные лейблы и идеи, которые воплощаются в такие замечательные альбомы. И, безусловно, конечно же, вы знаете, не было бы этого альбома, если бы нам... У нас не было поддержки, и хотели бы поблагодарить Ирину Рапопорт, которая нас сильно очень поддержала и помогла. Вот она сегодня здесь. И мы спасибо большое за поддержку. Ну что ж, спасибо Владимиру за его такие трепетные сердечные слова в наш адрес. Вы знаете, действительно, круглый бенд как направление, которое поддерживает и развивает творчество именно российских авторов, вот представляет такой проект. Для нас, безусловно, это очень важно. Мы с Володей давно хотели что-то такое совместное создать, выходящее за рамки оркестра московских композиторов. Впрочем, ни в коем случае не забывая о традиции, которую за долгие годы существования этого замечательного ансамбля, традицию, которая проявляется и существует уже многие годы, и, соответственно, поэтому мы пригласили в этот проект солистов оркестра московских композиторов. В частности, на этом диске играют такие потрясающие музыканты, как Сергей Старостин, мастера нашего фольклора, Александр Фагот Александров, импровизатор, который играет на фаготе, и участник многочисленных групп от Курехина до Аквариума. Это и Аркадий Кириченко, который, к сожалению, как и фагот, сегодня смогли быть с нами, потому что Аркадий работает в театре, у него много гастролей разных, он мастер вокальной акробатики и также еще и известен как трубач и тубист. Также с нами здесь играют и Юрий Парфенов, который выйдет на эту сцену, и Юрий Ремчук, который приехал в Москву не так давно из Украины, и сейчас, конечно, безусловно, музыкальная и профессиональная жизнь ожила в связи с приездом Юрия, мы ему за это очень благодарны. Так что, в общем, большой состав здесь, и диски, между прочим, можно приобрести, вот они там где-то лежат, подаются, так что, если вы хотите, приобретайте. Но делали, это не самое главное. Дело в том, что самое важное, что мы сделали проект, и вот вам сегодня презентуем его часть. Это не будет вся музыка, которая звучит на диске, это будет всего лишь половина. Что ж, мы начинаем. Вся музыка Владимира Миллера. И первая композиция, которая носит название «Растение аэропорта».
Вячеслав Кочета. И Георгий Горлов, кларнет. Сейчас мы приглашаем на сцену двух солистов оркестра московских композиторов. Это два Юрия, Юрий Парфенов и Юрий Лемчук. Наши замечательные импровизаторы. Знаете, мы сейчас играем композицию, которая на диске изменена, точнее, ее название изменено. Она называлась «Последний час жизни Сталина». Это впечатление Володи о просмотренном фильме, о последних часах жизни Сталина. Но мы решили изменить название и просто назвали ее «Последний час», чтобы это было, может быть, не столько конкретно, но более всеобъемлюще. Итак, последний час. Задумчивых столетий, через полустанки междометий, неважные еще пока, через непоставленные сети, беспечные мечты слегка, не отзовется в нас века и не нарушит в целом свете покоя строй и жар усердий, и лишь протянута рука, призыв забытых милосердий, призыв сквозь годы берега. Thank you.
Thank you.
Перед тем, как мы сыграем последнюю композицию нашей программы, я хотел бы представить вам музыкантов нашего биг-бенда. И начнем мы с девушки. Ольга Сорокина, сопрано и флейта. Георгий Корбов, кларнет и баритон. Антон Котиков, тенор-саксофон, дудук, флейта. Туба, Стас Черемушкин. Туба. Стас Черемушкин. Андрей Савельичев, тромбон. Вячеслав Кейзеров, тромбон. Федор Сичуков, тромбон. Федор Сичуков, тромбон. Федор Сичуков, тромбон. Ростислав Кочетов, труба. Антон Захаров, труба. Максим Дуров, Хмыкель Гор. И два человека, которые здесь уже выступали со Стивом. Это наша замечательная, прекрасная ритм-секция. Это Денис Шушков, контрабас. Денис Шушков. И Петр Ившин, ударные. Петр Ившин. Ну и, конечно же, лидер этого проекта совершенно не я, а Владимир Миллер. К сожалению, мы вынуждены сыграть последнюю композицию, потому что еще есть музыканты, которые будут принимать дальше участие в этом фестивале. И последняя пьеса называлась «Ярость», но на диске мы ее, опять же, так многозначно обозначили. Она называется «Рассуждение, споры, ярость». Вот так, несколько слов теперь. Итак, последняя композиция нашего выступления. Thank you.
Thank you.
ни один биг-бэнд в России не играет вот в такой стилистике. Это вот заслуга, большая заслуга, конечно, руководителя вот он стоит здесь. Браво! Алексея Крунова. Он в течение 10 лет собирался крутиться лучших музыкантов молодых. И вот они сегодня продемонстрировали, что это может быть. Солист московских композиторов, вот здесь, к сожалению, сегодня он не смог быть, Сергей Старостин. Вот если вы купите этот диск и послушаете этого, вот такой музыки, как здесь, нигде нет. Это, во-первых, авторская, во-вторых, она совершенно необыкновенная. Ну, а следующий коллектив, который завершает нашу сегодняшнюю фестивальную программу, это квинтет Юрия Еремчука. Сейчас вот ребята здесь. Еще Парфенова! Я думаю, что, вы знаете, вот нужно смотреть, следить за афишей. Я думаю, что это как бы презентация вот этого проекта. Да? Вот сейчас на фестивале прозвучало. Я думаю, что круглый бэнд эту программу будет исполнять и в других, концертах. Сейчас готовится выступление. Квинтет Юрия Еремчука. Значит, в течение полугода музыканты играли в разных ансамблях и встречались на различных сценах в Москве. И вот буквально это будет премьерное выступление. Юрий Еремчук решил вот собрать их все вместе, свой коллектив, и сегодня сейчас они вот возьмут на что они приготовили. Григорий Сандомирский, Вадим Провилов, Петр Талалай, ударный. Привет, Москва! Юрий Посыпанов. Thank you.
Yeah.
Thank you.
У профессиональных музыкантов не существует. По той причине, что в момент, когда они импровизируют, они тут же формируют музыку в какие-то определенные модули, композиции, формы. Поэтому сказать, что это полностью импровизация, как бы импровизация внутри формы. Форма зафиксирована в пяти состояниях. Потому что эта композиция, которая состоит из пяти состояний, называется Five States of Sound. То есть пять состояний звука. Поэтому сказать, что это полная импровизация, нет, не могу сказать, это частичная импровизация внутри заготовленной формы. Спасибо.